Общались за счет того, ну, уже хотели, чтобы он его убил. Как? Чтобы убил. Кто? Да, Арслан. Ты сказал? Предложил. Ты предложил? Не, он предложил. Так задумался. Чего? Не знаю, сказал бы. Срок проходил, потом в конце я сказал, ну, согласился. То, что утром только я на пробежку ухожу, и дверь открыто оставляю, там темно. И уже, когда уже обсуждали, он сказал, что им для них это так не катит, и они хотят, чтобы, ну, вечером все сделали. И потом вечером, когда уже сказал, будь готов, я от него отошел, я там еще с друзьями стоял, там на площадке, туда-сюда ходил. Потом, когда пришел, уже сидели дома, это часов 10 где-то было. Мать дверь закрыла, а я просто ключом открыл. Ну, дверь захлопнута была, но не на ключ закрыта. И после того, как они зашли... Ты оставил дверь открытой? Да, я оставил дверь открытой. После того, как они зашли, уже вот все это сделали. Они. Ну, заходили. Тоже рассказывал, да? Заходили. Зашли, тут зашел, даже не знал, он меня три или четыре раза так ударил, нормально. Я не ожидал, говорит. Потом, когда зашли они, на мать направили ствол. Я думал, что матери хотят сделать. Я говорю, не надо мать трогать. Кто-то бояться начал. Уже в этот момент уже у меня страх начал появляться. Потом, когда